В академической гимназии Тверского государственного университета подвели итоги минувшего учебного года и наметили планы на новые. Круглый стол прошел накануне Дня знаний. В его работе приняли участие ректор университета Людмила Скаковская, директор гимназии Сергей Смирнов, представители коллектива ТВГУ и педагогического сообщества Тверской области. Все подробности прямо сейчас. Минувший учебный год для академической гимназии ТВГУ выдался по-настоящему успешным. Этим летом стены учебного заведения покинули 69 выпускников. Это один из самых многочисленных выпусков за 9 лет работы гимназии. Рекордным стало и число золотых медалистов. Как всегда, заметных успехов добились обучающиеся губернаторского класса. Из 20 выпускников губернаторского класса 18 закончили обучение с аттестатами с отличием и медалями за особые успехи в учении. Соответственно, эти дети по максимуму смогли выбрать те вузы, в которых они хотели бы учиться, вузы своей мечты. Не только сохранить эти успехи, но и приумножить их в новом учебном году. Такую цель поставили перед собой участники круглого стола, который прошел в преддверии возобновления занятий в стенах академической гимназии. Сегодня учебный процесс здесь осуществляется в тесном сотрудничестве с другими структурами Тверского государственного университета. На базе вуза в настоящее время работают две федеральные инновационные площадки по взаимодействию с общим образованием. Именно о том, как сделать их работу максимально полезной, и говорили участники встречи. Несомненно, одна из тем, которые разрабатываются в Тверском государственном университете, это тема талантливых, одаренных детей. Потому что тема одаренности, она неисчерпаема, на наш взгляд. Потому что каждый ребенок, который приходит в университет, который приходит в школу, да вообще каждый ребенок, он талантлив и одарен. Как отметили собравшиеся, одна из главных особенностей учебного процесса академической гимназии заключается в том, что занятия здесь ведут преподаватели университета. Это позволяет добавить взрослую науку. Наши преподаватели, поскольку являются одновременно в большинстве своем преподавателей университета, они являются действующими учеными. И вот когда действующий ученый и действующий методист приходит на урок, это все-таки добавляет колорита. Также в ходе круглого стола участники наметили планы на новый учебный год. Для гимназии, как и для остальных школ Верхневолжья, он начнется в очном формате. 1 сентября за парты сядут более 350 гимназистов, из которых 40 ребят, обучающиеся губернаторских классов.